Павел – предприниматель. Его 7-летняя дочь Варя занимается бадминтоном в спортивной школе. В семейных соревнованиях в «Искре» участвовали впервые. Говорит, что такие состязания приносят обоюдную пользу. Родитель показывает личный пример. Для ребенка это дополнительная мотивация к занятиям спортом. Плюс умеренные физические нагрузки. В итоге взяли первое место. Очень напряженный выдался финальный матч. Мы проигрывали по ходу, но удалось взять себя в руки, скорректировать тактику, вот, и смогли одержать верх над достаточно сильным соперником. А вот Александр Еркин участвует в семейных играх с самого их появления. Вместе со старшим сыном стал победителем первых соревнований. Теперь приходит с младшим. Сколько существует школа, просто каждый год проходят соревнования семейных пар, мы все время участвуем. В этот раз семьи собрались не только ради соревнований. Они пришли поздравить с юбилеем заслуженного учителя Российской Федерации, директора ДЮСШ Одинцова Владимира Леонтьева. За год руководства детско-юношеской спортшколой Владимир Иванович дал путевку в светлое спортивное будущее многим юниорам. Владимир Иванович отличается такой вообще невероятной душевной теплотой. Я думаю, что все успехи в школе и даже вот некая семейственность, которая ей свойственна, это все идет от него. Я думаю, что все, что здесь есть, все, чего мы достигаем, это благодаря тому, что он может сплотить, может всегда поддержать, вот, и в сложной ситуации что-то подсказать, что-то помочь, что-то объяснить. Огромное вам спасибо, а вам я всем желаю процветания. В первую очередь, вам лично, как семья, здоровья вам и успехов. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».